Пробуем Барнаул на вкус. Это первая встреча участников честной дегустации. Открывает ее салат «Цезарь». Организаторы проекта, как обычные посетители, закупили несколько вариантов такого блюда в ресторанах и кафе Барнаула. И на суд дегустаторам предоставили 5 пронумерованных салатов без брендирования упаковок. Задача – найти самое вкусное и объяснить свой выбор. Участвовать в проекте или влиять на его результаты за деньги нельзя. Проект не составляет рейтинг, а лишь определяет лучших. Ведь у каждого дегустатора свой вкус, а у заведения свой формат. Так, что тут у нас? Упаковка тоже хорошо. Да, упаковка, кстати, красивая. Так. Там есть соус. Помидорки. Тестировали блюда популярных заведений исторического центра Барнаула. Это аджика, ель, место пасты, прожарка и центральная. Ценник на «Цезарь» там варьировался от 390 до 470 рублей за порцию. Я бы добавила еще курицу, это мало, 3 кусочка. Ну, курицы вообще нету, да. Да, она очень мелко порезана, ее мало. Угу. Такой салатик мягкий, да? Да. Не хрустит. Глобальных нареканий не было. В каждом образце нашли свои плюсы и недочеты. В целом участники рекомендовали лучше продумать подачу сухариков. Отметили блюдо с салатом айсберг и настоящим правильно натертым пармезаном. В одном образце похвалили наличие перепелиного яйца вместо обычного. В другом раскритиковали слишком чесночный вкус, в каком-то горечь растительного масла. Из плюсов почти все рестораторы положили в блюдо томаты черри вместо обычных. Однако фаворит остался один. Мне больше понравился тот, который мы пробовали первый, потому что здесь такое самое интересное сочетание. В «Цезаре» что для меня вот важно? Чтобы была курочка вкусная, такая сочная, не сухая, очень часто сухая бывает, и хрустящие сухарики. Вот здесь не хватило хруста сухариков, но курочка была божественная. Мне тоже понравился первый вариант. Я другие даже не хочу комментировать, лишь потому что вот ребятам понравился вот этот по цифрой. 4. Я там почувствовала очень сильный запах подсолнечного масла. Первый самый такой вкусный, да, и у него правильная такая, правильный баланс, и, ну, и яйцо тоже интересно. Но каким должен быть базовый и каноничный «Цезарь», который угодит посетителю? Важно, первое, это гренки, чтобы они были хрустящие, сочная курица, либо ромен, либо салат айсберг, яйцо. Обязательно. Ну и желательно, чтобы оно не было переваренным. Ну и, конечно, томаты, черри. Для эстетики черри, конечно, безусловно, не помидор, который нарезанный. А в следующем сюжете узнаем, где в городе попробовать вкусные сырники и каких новшеств не хватает барнаульским ресторанам. Это новый проект сибирской медиагруппы «Честная дегустация», цель которого – побудить заведения города по-новому взглянуть на свои рецептуры и на конкурентов. Попробуем Барнаул на вкус. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.